На сегодняшний день, 11 апреля 2019 года, ситуация положительно меняется, в положительную сторону. В чем это заключается? Край предоставил дополнительно 6 единиц техники. Кроме того, администрация города Пятигорска мобилизовала управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, предоставлена дополнительная техника. На сегодняшний день в городе работает 38 единиц спецтехники, занимаются вывозом мусора. Ситуация полностью под контролем. Кроме того, произведен объезд совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Были проведены переговоры с людьми. Объясняем, что ситуация нормализуется в ближайший день-два. Значит, все будет хорошо.